Всем здорова, вы на канале Bull. Мы проходим Metal Gear Solid 3 Subsistence. Продолжаем. В предыдущей серии мы прибыли на нашу знакомую локацию. Встретились с боссом вообще неожиданно. Оно у нас оружие уничтожило. Мы безоружно отправились на эту фабрику. Мы тут встретились с Евой вместо Адама. А теперь мы легли спать. Круто вообще. Давайте сохранимся. Все, давайте погнали. Снейк с оружием спит. А да, еще у маски Райдена мы увидели, что у него рот не открывается. Зашит, что ли? Это не Дэдпул вам из Росомахи начала? И что это у него там? Вот она по радио с кем-то связывается. Доброе утро, Снейк. О, ну как же без этого? Ну как же без этого? От этого целота! Грюшники! Что случилось? Мы окружены. Я вижу четверых. И один из них еще со снайперской винтовкой. Нам еще снайперов не хватало. У нас компания. Это отряд Ацелота. Давай быстрее граться отсюда. Быстрее. Не забудь свое снаряжение. Давай, помоги мне. Кровать? Кроватью зашибем. Ну, это понятно. Мы можем это использовать, чтобы попасть в подвал. Ацелот! Проклятие! Ацелот! Я пройду через них на своем байке. Я тебе позвоню потом. Хорошо. Я их задержу. А? Не смей только умирать. Да какой я умру? Надо будет лучше, не знаю, там. Тут не знаю, вот. Как вам он нелепо смотрится в Снейку маски Райдена? Только я прочитаю сейчас. Так, Evasion, причем бесконечный. Так, что у нас в бэкпэке у нас что? Так, микрофон, уйди прочь. Так, фейс. Для полной маскировки оденем... Не знаю, давайте триберг. Под кровать. Они, наверное, большим отрядом пойдут сюда. Блин, у нас один глушитель, правда, только. Вперед, вперед! Предлагаю, короче, они... Они вынесут дверь, я кидаю сразу же им две стан-гранаты. О! Было 9 врагов. Стало 5. Где мой МК-22? Так, давайте валим лучше через подвальчик. Так, я в него попал? О, завалили. Давай, в ножку, давай. В задницу.
Прям в задницу ему. Я, конечно, понимаю, что это не в голову, но... Но это его хоть как-то, не знаю, даст мне время, чтобы я мог застрелить кого-нибудь еще. Так, сюда я не полезу, там путь туда. Что-то я никого здесь не вижу. А где вы? Осталось всего 3 врага. Я ни одного из них снайперку не видел. Так, по-быстрому, пока у нас есть время. Маскировка. 80% камуфляжа. Так, фейс зомби. Зомби? Опа. Мы же так можем проверять. Вон он! Вон он, гадина! Он наверху! А я отсюда в него попасть могу? Так, есть какой-нибудь камуфляж получше? Where did he go? Эй, бля, я его задел? Гадина, куда ты там идешь? На место! Есть! Блин, а тот снайпер меня мог... Мог меня палить в любом месте. Так, баг джуз. Это у нас, понимаю, что это. Так, привет, 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 привет. Снейк, нельзя стрелять. Глушитель для МК-22 и клеймор. У нас хотя бы глушитель нам дали. Хоть это хорошо. Так, предлагаю пока что надеть камуфляж лиф. Потому что мы сейчас будем все-таки в траве. Чувак, а ты меня что сказал? I see you there. Вот ты понимаешь, меня вот... Я не понимаю, а почему он пошел именно в ту сторону, где я был? Я что, спалился где-то? Напишите в комментариях, на каком моменте я именно зафейлился. Или причину хотя бы. Потому что я не вижу сейчас причину. Он просто ко мне пошел, именно ко мне пошел, в мою зону. Я думал, он хотел Я думал, он по земле тут пройдется, а не... О, рацион. Глушитель для пистолета 45-го калибра.
Так, есть какой-нибудь камуфляжик получше? Тигриные полосы? Хорошо. Блин, один противник. Где он находится? Вот, как говорится, одного человека всегда найти труднее, чем целую армию. Может, он где-то сидит? Так, давайте доденем пока что термо наши очки. Проверим. Эффективность 0 от них. Вот реально этой походки гусины у нас нету. Тут ползком ползать. Нашел, вот он. Я просто проверял, думал, что это там какая-то. Нет, 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 не ко мне. Так, первое лицо, живо. Твою. Есть пробитие. Есть. Вырубил. Так, симет, рацион, окей. Надо обыскивать их, мало ли реально патроны там будут. Так, ну в принципе, раз патронов нету, можно. Можно, не знаю, там. Можно поставить пока что классические скинчики. Я этого не проверил. Надо еще тех, те, которые на фабрике, надо их еще. Прямо у двери надо их еще обшарить. Instant Noodles? Или Air Noodles? Так, там вроде ничего нету. Ничего себе! Я тут повалил целую толпу. Батарейка. Для чего батарейка? От мобилки? Господи, у нас рационов, наверное, уйма. Надо, кстати, будет это перекусить. Так, ВПГ какая-то. Еще глушитель. Это хорошо. Нам глушитель всегда нужен в деле. Пентазимин. Пентазимин. Нафига он мне нужен? Я что-то буду делать с ним? Так, патроны. Патроны для... патроны для АК-40. Так, давайте пока у нас время покушаем. У нас есть Instant Noodles и русский рацион. Давайте русский рацион съедим. Отвратительно. Два глушителя. Ник, неплохо. А, побежали сюда. Ну, то, может, мы не проверили. Нет, да проверить. О, ну ладно. Я ждал этого момента. Оцелот, и он взял Еву. Вот тварь, реально. Вот она. Это стойка. Я так не думаю. О, что? Женщина-шпион? Эта тварь пахнет духами. Стой на месте. Мне надоело твое дзюдо.
Я вижу, ты приобрелся в Single Action Army. Да. Никаких несчастных случаев не будет. Ты наживаешь что-то инцидент несчастным случаем? Ну, и он бы не случился, если бы ты не выпендривался. Что ты сказал? Неплохой пистолет, я тебе дам за это. Но гравировка не дает тебе никаких тактических преимуществ. Если только не планируешь продать его какому-нибудь коллекционеру. И ты забыл одну очень важную вещь. Ты не сможешь им меня убить. Мы еще посмотрим. А патронов, видать, нет, он все истратил. Оу. Дау. Вертухан прописан. Нихрена себе она. Шесть патронов. Эта штука носит себе 6 патронов. У Макарова 8. Тебе нужно чувствовать, сколько патронов у тебя осталось. Это оружие высокого класса. Оно не предназначено для стрельбы в людей. Черт! О, узнаю стиль оцелота. Правильно. Это еще не конец. Не надо. Почему? Он еще молодой. Да, тайм-парадокс, значит. Ты еще пожалеешь, что остановил меня. Черт! Я должна вернуться до тех пор, пока он не вернулся. Она нам, кстати, ворота открыла. Кстати, мы усыпили всех. Так круто же, да? Ладно, побежали за Евой. Черный пруд. Черный пруди. На вам, змеем, за то, что меня там укусило вообще. О, крокодильчики. Крокодилы. О, крокодилы. На вам, змеи. Что это за лягушка? Такой звук сейчас был, как будто меня. Господи, я под... О! Рыбка! Да блин. Да. Да блин, кто там меня целует? Ой, я крокодил замочил.
Что-то я не туда вошел. А что у нас так выносливость просто закончилась? Сейчас не понял. Может, я плыл, потому что? Давайте съедим. А, это ядовитая лягушка. Кстати, интересно, они... Не знаю, там... Кстати, а мне интересная мысль. А если люди могут и... Вражеские NPC могут жрать еду? Звонок. Снейк, ты там? Ева? Ты скучал по мне? Ты добралась? Никто меня не видел. Это вернулось к Волгину? Ну... А что, босс? Да, она тоже тут. Будь аккуратней. Спасибо, я буду. Мы с боссом неплохо общаемся. Я думал, мой предатель очень неплохо общается. Я не понимаю, почему она предала, почему она пришла. Про свою собственную, я не понимаю. Ты говоришь насчет босс? Почему ты это сделал? Разве ты не родилась и выращена в Америке? Блин, как выращена, жила в Америке. You wouldn't believe me if I told you. Try me. I saw the universe. Я видел вселенную. Вселенную? Not the actual universe. На самом деле вселенную. The universe as the intelligence community. Вселенную в качестве интеллигенции комьюнити. I realized that the gravity in this universe was holding me back. That's all. People and countries are both changed by their environment and by the times. That sounds like what the boss was saying. Это звучит так же, как и босс говорил. Мир различен между этой страной и Америкой. Но это единственная позиция. Приход сюда мне стоило понять. Где правда, она спрятана во лжи. Тоже врешь? Кто знает? Я даже научилась всякое это делать, а ты разве нет? Нет. Я верю, потому что я хочу. Даже если это ложь. Это часть моей миссии. Я запомню это. Если надо, звони мне на радио. Моя частота 142.52. Увидимся. Окей. Знаете, я, конечно, могу предсказать, что я как будто слепой, но не настолько, чтобы эту линию не заметить. Пристрелить линию можно. Вот знаете, я этот момент помню в одном из роликов, а что будет, если... Ай, блин, всю жизнь. Так, это что у нас? А что это у нас? Я не понял. Тут написано лищ. Лищ? Это, погодите, это что? Пиявки? Это пиявки, что ли? Пиявки выводим сигарами. А это пусть само лечится. Я видел один лайфхак. Я видел лайфхак там. Там с жизнями связан. То есть лечение не до конца. Давайте проверим, работает ли он. Вроде говорят, что так здоровья больше будет.
Да, реально больше. Большая пасть и юг. Думаю, на этом, кстати, мы серию эту закончим. Потому что 25 минут уже. Давайте здесь сохранимся. Ну, точнее, я сохранюсь тут. Ну что, давайте ставим лайки, подписываемся на канал. Серия была великолепная. Ждем будущих приключений. Всем удачи и пока-пока.